Саламатсызбы. Психикасты өлкөдө жана дүйнөдө коронавирустун айланасында болуп жаткан окуялардан кантип коргош керек? Коркуудан жана тынчсыздануудан кантип сактаныш керек? Бүгүн түз эфирди мен Ысыкеева Айгүл Ажакматовна, психолог, биринчи балдардын хосписинде иштейм жана менин кесиптешим Амирханова Сания, доцент Института непрерывного дистанционного образования при Бишкекском государственном университете. Тынчсыздануу менен күрөшүү үчүн эмне кылуу керек? Пандемиядан чочулаганда кантип сактаныш керек? Өзгөчө кырдаал адамдын психологиялык абалына кантип таасир этет? Үй-бүлөңүздө жана жакындарыңызга болгон сезимдериңизди кантип жеңүүгө болот? Эгерде адам ден соолугуна өтө тынчсызданса жана өзүнө жуктургандан коркусо эмне кылуу керек? Ушул жана башкалар суроолор жөнүндө биз бүгүн талкууну алып барабыз. Азыр дүйнөдө, биздин дүйнөдө, өлкөдө абдан глобалдуу масштабдуу окуялар болуп турат. Баарыбыздын ошол өзгөрүүлөргө, ошол окуяларга баардыгыбыздын тиешеси бар болуп турган кез. Чындыгында баардык нерседен биз коргоно албайт экенбиз. Ошол ичинде стресс факторлорунан дагы. Стресс факторлары менен жолугушуу бизди туруктуу жана кырдаалга ыңгайлуу аракеттерибизди карата жарата алгандай кылат. Ну, для того, чтобы нам разобраться, как же себя вести во время карантина, нам необходимо понять, что же такое беспокойство. Конечно, у человека есть потрясающая способность думать о будущих событиях. Думать наперед, мы так думаем. Это значит предсказать, какие могут быть у нас препятствия и проблемы. И это нам дает возможность планировать решение этих проблем. Но иногда думать наперед полезно, когда оно нам помогает в достижении каких-то целей. Но однако беспокойство – это способ думать наперед, и это может часто привести к чувству тревоги и к ожиданию определенных каких-то вот несчастий. Как ощущается беспокойство? Беспокойство может ощущаться как такая цепляющая друг за друга мысль, которая возрастает и в невероятных каких-то направлениях. А некоторые люди могут ощущать беспокойство как неконтролируемое. Им кажется, как будто бы беспокойство живет своей собственной жизнью. И поэтому для того, чтобы вот беспокойство у нас не проявлялось, на что мы должны обратить прежде всего внимание? Мисалы, сиз абдан коркуп жатсаңыз, анда эмне кылуу керек? Бул мурун эле болуп өткөнбү же азыр, же сиз ойлоп туруп бир оюңузга коркуп атасызбы? Кантип жана кандайча коркуп жатасыз? Кандай абалда болуп атасыз? Ошо бул иш, бул окуя, сиз ойлогон окуя ишке ашып кетсе, анда сиз кандай абалда болот элеңиз? Сиздин планыңыз барбы? Мына ушун баарын таануу, билүү, түшүнүү абдан маанилүү. Ушу билүү, таануу бул биздин коргоонун сызыгы болушу мүмкүн. Ну, что происходит? У нас как бы цепь тревоги возникает. Ну, например, у меня болит голова. А что если это коронавирус? А вдруг я вчера на работе всех заразил? И все заразят друг друга, и в конце концов все умрут. То есть в голове возникает картина апокалипсиса, в которой я теряю всех, кого люблю. Ну и, конечно же, беспокойство не только в голове, когда оно становится чрезмерным, но и беспокойство у нас может быть в теле.
Каким образом это беспокойство в теле проявляется? Мышечное напряжение или боль? У человека может наблюдаться суетливость, неусидчивость, неспособность расслабиться, сложность сосредоточиться, сложности со сном, может наблюдаться быстрая утомляемость. Что же запускает эту быструю утомляемость? Ну, есть такое понятие «триггер», то есть это как бы пусковой механизм. И пусковым механизмом может стать все, что угодно. Даже эта неоднозначность, которая у нас сейчас есть, новизна, мы в такой ситуации никогда не были, непредсказуемость, мы не знаем, как будут развиваться эти события. То есть вот сейчас мы не совсем полную информацию получаем со средств массовой информации и совершенно не знаем о том, что же произойдет. Ну вот, например, вчера было в новостях о том, что 13-го начинают работать уже предприятия, сегодня новости говорят о том, что это не наша страна, и никаких этих завершений карантина еще нет. Поэтому, когда мы находимся вот в такой ситуации, то, естественно, нам очень сложно существовать в этом мире. Ну, а что же сделать для того, чтобы справиться с чрезмерной тревогой? Что же сделать мы можем? Ашыкча тынчыстану менен күрөшүү үчүн эмне кылуу керек? Тынчыстану бул адамдын кадимки нормалдуу реакциясы. Биз тынчыстанын артында коркуу сезими турат. Коркуу сезим болгондо биздин денебизде ар кандай физикалык процесстер өтөт, ар кандай гормондор чыгат, гормондор организм иштеп чыгат. Мисалы адреналин. Ошол учурда биздин денебизге бир кандай импульстар келип, биз ошол коркуу нерседен же качып кеткибиз келет, же коргонууга келет. Ошол импульс мындай бизди тынч калтырбайт да. И сөзсүз азыркы учурда көп өзгөрүүлөр болуп атат и биздин ошол өзгөрүп аткан кырдаалга биздин реакциябыз болот. Бардык нерсе өзгөрүп атат. Мисалы, азыр биз көп үй-бүлөлөр жумушсуз калды. Кээ бир үй-бүлөлөрдө 2-3 иштесе, азыр бир эле адам иштеп калды, же эч ким иштебей калды. Сөзсүз кантип жашайбыз деген, кантип оокат кылабыз, балдарды кантип багабыз деген ушундай суроолор туулуп, бизди тынчсызданыбызды күчөтөт. Мунун баары бирок ошол эле биздин ошол реакциябыз бизге бир иш аракет кылганга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Биз ошол учурда мындай өзүбүздү туруктуу болгонго, анан кийин ийилчээк болгонго, андан дагы бир жигердүү иштерди кылганга аракет кылышыбыз керек. То есть беспокойство у нас может быть о реальных проблемах. Ну, это те проблемы, которые мы можем решить прямо сейчас. Например, для того, чтобы мы боролись с коронавирусом, нам необходимо что делать? Регулярно мыть руки, промывать нос после того, как мы посетили улицу, социально дистанцироваться. А в каком-то определенном случае необходима физическая изоляция, если есть какие-то симптомы, которые напоминают нам о том, что у нас вдруг появился коронавирус. Но у нас также может быть гипотетическое такое беспокойство. То есть гипотетическое беспокойство, оно связано с тем, что нет еще этих событий, но мы вдруг почему-то беспокоимся об этих событиях. То есть мы стараемся как бы катастрофизироваться. И даже у нас такие сценарии, что возникает гибель большинства людей. То есть может такое, что наихудший сценарий – гибель большинства людей. Конечно, человек, страдающий от тревожного расстройства, не может взять себя в руки. И поэтому говорить о том, что нужно взять себя в руки – это совет абсолютно бессмысленный. И, конечно же, и пускать на самотек тоже нельзя.
нужно научиться взаимодействовать со своей тревогой и обходиться с этой тревогой. Бүгүнкү күндөрү, келечекке, өзүбүзгө, жакындарыбызга, ден соолугубузга болуп жаткан тынчсыздануу толугу менен себеп бар. Эски эскилиги кетип, жаңысы али курула элек. Ушул аралыкта тынчсыздануубуз кескин күчөйт. Кээ бир учурда бул тынчсыздануу кээ бир адамдардын мүнөзүнүн бир бөлүгү болот. Же ушундай өзү ушул кырдаалга карата реакциясы бул түрү катары белгиленет. Кээ бир адамдар тревожное расстройство же тынчсыздануу оорусунан жапа чеккен адамдар да бар. Алар дагы ушундай реакция беришет. Бирок биз мындай коркпо, тынчсызданба же өзүңдү колуңа ал деп алып айтсак эле бул сөздөр жардам бербейт. Сөзсүз бул жерде биз бир аракетибизди кылышыбыз керек өзүбүзгө жардам бергенге. Ал үчүн көп методдор бар. Психологиялык методдор бар. Ошол алардын милдети биздин көңүлүбүздү тынчсыздануу сезимден башка сезимдерге алмаштыруу. Биздин денебизде 5 орган бар, сезимтал орган. Бул биздин көзүбүз, кулагыбыз, мурдубуз, жытты тааныйбыз, тилибиз, даамды тааныйбыз, терибиз. Ушул биздин коркуу сезимди ушул башка сезимдерге бурганга аракет кылышыбыз керек. Ушул методдордун баарын максаты, милдети ушунда. Мисалы, мындай ар кандай дене тарбия бул методдор. Дем алуу. Давайте, коллега, попробуем вот выполнить это упражнение, да? Да. Самое главное – это дыхательная практика. Как мы должны ее выполнить? Аны дем алганда мындай кыска дем алып, анан кийин аны узартып, максималдуу узартып чыгарыш керек. Анан кийин дем алып. То есть, давайте я сейчас попробую. Значит, мисалы, сан менен коштосо болот. Давайте, посчитайте. 1, 2, 3, 4. Бир эми чыгарасыз 1 2 3 4 5 6 7 8. Ушундай дем алуу практиканы бир нече жолу кайталаш керек. Бир эле жолу жасасаңыз жардамы тийбейт. Бирок сиз аракет кылышыңыз керек өзүңүздүн өзүңүзгө жардам бергенге, ошон үчүн кайталап турушуңуз керек бул көнүгүнү. Андан башка дагы ич менен дем алуу. Биз көбүнчө көкүрөк менен дем алабыз минтип. А биз ич менен дем алсак, ошондо биз тынчсыздануу азаят. Дагы релаксация. Релаксация это бул чуңдарыбызды бошотуш керек. Кээ бир учурда биз оңой эле бошото алабыз бул чуңдарыбызды. Мисалы биз сүйлөп атканда же кыймылдап атканда эме биздин бул чуңдарыбыз чыңалып турат. А кээ бир учурда бул упражнение болбой калса, анда наоборот ошол чыңалууну катуу күчөтүп, максималдуу кармап, анан кийин сан менен демди чыгарып, денени бул чуңдарды бошотуш керек. Анан дагы жөнөкөй абдан бул методдор абдан жөнөкөй, анан кийин ар бир адамдын колуна келет. Ар бир шартта кылса болот. Биз барып суу ичсек болот кичине. Аны аз-аздан уртап, жай ичишибиз керек сууну. Барып колубузду сууга, муста салкын сууга салып, жууп, бетибизди жууп алсак болот. Андан башка дагы ар кандай мындай техники заземления деген бар, же мындай биздин табиятка, жерге жакындаган
ушундай техникалар бар. Ошоларды да көрсөтсөк болот, э? Рахмет. Давайте я сейчас покажу вот технику заземления. Значит, хорошо. Что мы должны сделать? Прежде всего, мы должны встать. Ноги параллельно друг другу. Не так, не так, носки не должны так стоять. Ноги должны стоять параллельно друг другу. И мы должны полностью ощутить свое тело. Посмотреть, где у нас есть зажимы, убрать эти зажимы. Затем мы можем перекрестно начинать стучать по своим ключицам. В течение определенного времени мы можем это делать. Дальше мы можем просто себя обнять и, закрыв глаза, раскачиваться. Эта техника тоже помогает снимать мышечное напряжение. Так, еще. Андан башка биз дагы барып бир нерсени чайнасак болот. Ага бардык нерсе жарайт. Алмабы же капустабы, сабизби, эмнени чайнасаңыз. Бул жерде дагы биз көңүлүбүз төтүнчү станоодан дамга буруп атабыз. Андан башка дагы колдорубузду ушаласак болот. Жылы майынча монтип катуу-катуу ушалап, анан кийин сүйкөп, колдорубузду сүйкөп, ийиндерибизди сүйкөп, бетибизди сүйкөп, буттарыңызды да сүйкөсөңүз болот. Совсем жардам берип атса, чымчып алсаңыз да болот өзүңүздү. Бул көнүгүүлөрдү баарын биз кайталап турушубуз керек, анан кийин биз кээ бир учурда мисалы ойлорубуз болсо, мындай биздин тынчыбызды алган ойлорубуз болсо, ошол ойлорду дагы башка ойлорго, мындай позитивдүү ойлорго алмашканга аракет кылыш керек. Бул баары биздин колубузда. На самом деле практика, да. Да, практика болуш керек, андан кийин бул жерде баалабаш керек, сынабаш керек, ойлонуу эмес, а көрүү, угуу жана сезүү. Дагы бир упражненияны айтып коёюн. Бул мисалы ушундай бизди тынчытып саткан ойлор болсо, анда биз мисалы беш нерсени эмнени көрүп атабыз, ошону карашыбыз. Мисалы, мен азыр компьютерди көрүп атам, чашканы көрүп атам, терезени көрүп атам, кар жаап атат, ошону көрүп атам, операторду көрүп атам да. Беш нерсени эмнени угуп атам? Көчөдө машина өтүп баратканын угуп атам. Анан кийин өзүмдүн үнүмдү угуп атам, чымчык сайрап атат эшикте угуп атам, кулагым ичинде бир нерсе ызылдап атат, аны да угуп атам. Ошондой беш нерсени, анан эмнени дагы мен сезип атам. Мисалы, мен бир бутум талып кеткенин сезип атам. Анан кийин белимде бир нерсе кичине бир аз сайгылаган сезип атам деп, ошентип беш нерсени тапсаңыз болот. Ошол учурда сиздин коркууңуз бир кыйла төмөндөйт. То есть самое главное, чтобы вот то беспокойство, которое у нас есть, оно то есть проходило, потому что есть такое понятие, как нормальное беспокойство, есть такое понятие, как чрезмерное беспокойство. То есть нормальное беспокойство, оно нам помогает в нашей жизни, а чрезмерное беспокойство, оно нам, естественно, мешает. И что я хочу сказать, вот здесь уместно вспомнить про сказку «Братьев Гримм», про умную Эльзу, про девушку, которая должна была выйти замуж, и вот пришел жених, она отправилась в погреб за пивом. Пока она наливала это пиво, вдруг она увидела, что рядом стоит оглобля. И вот у нее, значит, беспокойство такое, не конструктивное беспокойство привело к тому, что она уже побежала вперед. Она представила, что выйдет замуж, у нее родится ребенок, а потом вдруг этот ребенок придет в этот погреб, и вдруг эта оглобля упадет ему на голову, и вдруг она умрет. То есть сказка там достаточно длинная, но самая главная идея, что это чрезмерное беспокойство. Оно не стоит того, чтобы вот так вот делать сценарий,
сценарии, уже негативный сценарий. И поэтому для того, чтобы вот наше состояние было более эффективным, что нам прежде всего нужно сделать? Поддерживать свой жизненный баланс. То есть, что такое жизненный баланс? Мы хорошо с вами знаем. Это и наше питание, это и наша физическая активность. Дальше, конечно же, регулярно говорить своему беспокойству не сейчас. Это, конечно, техника, которая позволит нам беспокойство отложить, но с этой техникой мы несколько позже познакомимся. Дальше проявлять к себе сострадание, практиковать осознанность. То есть мы осознанно должны подходить к решению всех этих вот проблем. Но для того, чтобы заботиться о благополучии, значит, что мы должны сделать? Позволять нам чувствовать то, чего мы достигли. Если нам нечем похвастаться за весь день, то тогда у нас не будет чувства того, что вот мы находимся в состоянии благополучия. Помогать чувствовать близость и контакт с другими людьми. И просто все это должно нам доставлять это удовольствие. А что такое удовольствие? Когда мы находимся в состоянии беспокойства, тревоги, то, конечно, мы теряем контакт с тем, что приносит нам удовольствие. Поэтому нам надо на каждый день запланировать какие-то занятия, которые нам приятны и радуют. Ну, например, чтение хорошей книги, просмотр какой-то комедии. Мы можем петь, танцевать. Это может быть расслабляющая ванная или любимая какая-то игра. Но я тут вижу, что к нам поступили какие-то вопросы. Да, Суролор Гелеватат, Булджерде. Как найти для себя и своих близких убедительные слова, помогающие заглушить тревогу, если ты находишься по соседству с людьми, которые подозреваются в зараженных? Сөзсіз біз жақындарымызға тыныштанамыз, біз адамдар біз үшін абдан қымбат, алар бізден біз бір бөлігіміз, алар менен мәмілеміз абдан біз үшін мындай маанилүү, анан кейін ауырып қалат, же ауру жуып қалат деп біз сөзсіз қорқобуз. Біз қандай алар, қандай қам көре аламыз? Біз жақындарымызға қандып сақтаныш жөнді абдан жақшы информацияны берішіміз керек. Тура малыматты беріп, түшіндіріп, айтып, өзгөчө балдарға, балдарды ұғып, аларды, аларға көңіл бұрып, балдар бізге қарағанда алардың тыншыздануусу біздікінен де көбірек болот. Мисалы, біздің өмірлік тәжірибабыз бар, біз чоң көп нерселерді білебіз, қаяқтан информацияны қантып сақтаныш жөнді іздеп таба алабыз, а балдар андай жоқ. Ошон үчүн біз аларға көп нерселерді ақырын, тура сөздерді таап, түшүндүрүп, айтып беришибиз керек. Бул биздин ушундай коргонуу. Андан башка балдар жөнүндө чоң кишилерге деле ошондой түшүндүрүп айтабыз. Колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Мисалы, бир нерсе менен бөлүшөбүз. Бизде маска болсо, же дагы перчатка болсо. Анан кийин бирок биз бардык жоопкерчиликти өкүнүчтү өзүбүзгө ала албайбыз. Алар чоң адамдар, алардын өзүн кандай алып жүргөнгө укугу бар. Колубуздан эмне келсе ошону биз кылганга аракет кылабыз. Бирок аларды биз толук мындай көзөмөлдөй албайбыз. Өкүнүчтүү, бирок сөзүбүздү айта алабыз. Ошо андан уланта берелик. Сиз айткандай, Сания Ахметовна, ойлорубузга таасир эте ал. Сөзсүз биз ойлорубузга өзүбүздүн тынчтануунун мындай көзөмөлдөгөнгө биздин алыбыз жетет дайыма. Эгер биз ошол тынчтануунун көзөмөлдөгөнгө аракет кылсак, сөзсүз ал төмөндөйт.
Мисалы абдан тынчстану катуу болуп турса, сиз ошол ар кандай техникаларды жасап ал сизге жардам бербесе, анда башка жардамды издеш керек, адистерге кайрылыш керек. Андан башка дагы ошол тынчстануну мындай бир жигердүү ишке ашырганга аракет кылыш керек. Бул тынчстануунун артында коркуу сезим турат. А коркуу сезим адамда болгондо, анда мен айткандай бир импульс жаралат. И ошол импульстар биздин ичибизде мындай толуп кетет, ошолорду чыгарганга аракет кылыш керек. Биз эмне кыла алабыз? Катуу кыйкырсак болот. Бирок жакындарыңызды үйлөдө аларга эмес, аларды таарынтып коркутуп албаңыз. Мындай эч ким жокто ваннага кирип, сууну чоң ачып алып, анан кийин үнүңүздү чыгарып кыйкырып алыңыз, ырдаңыз. Анан кийин ыйлап алыңыз, ыйлагыңыз келсе. Же ар кандай физикалык көнүгүүлөрдү жасаңыз, андан башка дагы үйдү жыйнаңыз, кир жууңуз, мындай физикалык ар кандай көнүгүүлөрдү жасасаңар болот. Бул дененин чыңалуусу, ушул сезим бул көпкө баары бир узак денеде болбойт, ал да бүтөт, ал убакытты бүтөт. И ошол ушундай жигердүү ишке ашыргандан кийин импульстарды сиздин денеңиз чарчап, андан кийин бошоп калат. Бардык учурда бул жерде эмне маанилүү? Бул жерде ушу эми болгону болуп атат деп калтырбаш керек, аракет кылыш керек ошол станууну азайтканга. То есть есть ли много способов для того, чтобы поддержать себя вот в форме? Ну вот, например, психологи такие эти способы предлагают. С животными погладить, там, послушать птиц, просто выразить эмоции, как Айгуль сказала, что покричите, поплачьте. Посмотреть фильм можно, посмотреть какой-то там сериал, может быть, какие-то видеоролики в Ютубе можно посмотреть. Самое главное вот в это время учиться, познавать что-то новое, потому что только переключение внимания позволит нам уйти от тех проблем, которые сейчас существуют. То есть что в наших силах? Можем ли мы остановить коронавирус вот здесь и сейчас сами? Конечно же нет, но мы можем просто предостеречь себя. Государство предлагает не ходить по улице, значит, надо прислушаться к этому, надо сидеть дома. Предлагают носить маски, значит, нужно носить маски. Предлагают мыть руки, значит, надо делать это. Дальше очень много работы, наверное, по уборке. По дому мы можем сделать. Их мы можем запланировать, вымыть холодильник, и плиту вымыть, и там в ванной комнате навести порядок. Может быть, просто проявить какую-то доброту к соседям. Например, если вы идете в магазин, то вы можете попутно купить что-нибудь своим соседям. Ну, составить список, самое главное, за то, за что вы благодарны миру. Вот, то есть каждый день, если вы будете говорить о том, что вот за что я сегодня благодарен дню, ну, например, я благодарна своему ребенку, что он сегодня очень хорошо сделал домашнее задание. Я благодарна погоде, которая вот сегодня такая, и она не заставляет нас думать, как хорошо на улице, как все цветет, как хочется побывать на этой улице. Или же, например, предлагается написать письмо кому-нибудь, может быть, самому себе, и затем это письмо сжечь. А может быть, просто написать какую-то книгу. Может быть, попробовать что-то сделать новое, чего мы никогда не делали. Ну, например, вот не ходить каждый день в домашней одежде, а вот сегодня у нас, например, назначить день такой, что мы сегодня все должны быть красиво одеты. Конечно же, предлагают психологи больше двигаться,
двигаться так, чтобы эти упражнения давали возможность сжигать энергию. Может быть, приготовить что-то вкусное, найти в интернете какой-то очень интересный этот рецепт и приготовить его. Также слушать музыку, тем более мы очень хорошо знаем, что, например, музыка Моцарта, она психотерапевтического плана. Ну, конечно, если человек близок к классической музыке, то тогда она будет для него носить терапевтический эффект. Если нет, то тогда не очень это поможет человеку. Но также что мы должны сделать вот, относительно нашей психики? Конечно, мы можем помечтать, мы можем помедитировать. Мы также можем сделать какие-то упражнения, в конце концов мы можем заняться йогой. Мы можем и в природе что-то такое сделать, полюбоваться природой, планировать каждый день свой для того, чтобы у нас не было цейтнота. Заботиться о себе прежде всего. То есть забота о себе в чем? Ну, например, мы принимаем душ, принимаем ванну, там, допустим, просто вымыть голову – это тоже забота о себе. Конечно же, еще предлагается чтение. Читать любимую книгу или просто какую-то книгу, которая не по моему жанру, но тем не менее она это даст какой-то вот мне этот вот большой импульс. Ну, может быть, что-то починить. Может быть, в доме набралось много вещей, которые не требуют починки. А может быть, просто надо перебрать вещи и найти те вещи, которые никогда не носили, и избавиться от этого. То есть психологи предлагают много вариантов, и, естественно, мы все эти варианты можем использовать для того, чтобы переключаться, переключать свое внимание вот с тех трудностей, в которых мы сейчас оказались. Трудности, конечно, еще и такого плана, что наши дети начали учиться, и они требуют помощи, но, к сожалению, родители не всегда могут помочь своим детям, поэтому тоже могут возникать всевозможного плана проблемы. Ну вот сейчас, оказывается, тоже поступил какой-то вопрос, пожалуйста, я попрошу вас. Ага. Вот такой вопрос сегодня поступил. Сейчас. Айнаш Намазова пишет, как узнать, что у человека стресс от карантина? Ага. А как же мы можем узнать, что стресс от карантина? Просто внимательно посмотрите на себя. Если вы беспокоитесь, вы тревожитесь, если вы перестали мыть голову, если у вас пропал аппетит или наоборот, как вот в Инстаграме написали, что сегодня мой холодильник побил рекорд, было 6 тысяч с чем-то посещений, это тоже как раз говорит о том, что человек находится в состоянии стресса. Для того, чтобы стресс это убрать, необходимо просто, как мы уже говорили с вами, подышать. Можно такую вот ситуацию, просто представьте себе самое страшное событие, которое было в вашей жизни. Закройте глаза и подумайте, где у вас что происходит. Вы сразу же почувствуете, ну, например, жжение в груди. А потом вы начинаете дышать. Вот как мы вас уже учили, закрываете глаза, дышите, и потом снова вернитесь к той ситуации, которую вот вы только что думали, вы сразу заметите, что от груди отошло. То есть дыхание – это самый лучший способ для того, чтобы поберечь себя от стресса. Ну, что мы еще можем сделать? Вот, например, есть такая методика, которая называется «дерево проблем». Каким образом мы это можем увидеть? Во-первых, мы спрашиваем у себя, о чем я беспокоюсь, и могу ли я справиться с этой проблемой? Ответ может быть нет. Значит, если я не могу справиться с этой проблемой, то тогда зачем мы это беспокойство в себе держим? Мы должны его отпустить, сосредоточиться на более важном. Ну, например, важным для меня является сейчас обучение моего ребенка, домашнее обучение. Мы в такой ситуации никогда не были в домашнем обучении. Значит, необходимо найти путь к моему ребенку. Как я это сделаю? Опять-таки я сяду, успокоюсь, и у ребенка спрошу своего. Давай вместе разберемся, что понятно, что непонятно. Значит, это первый путь, о чем я беспокоюсь, могу ли я что-то сделать с этой проблемой? Нет, значит, я эту проблему отпускаю. Дальше, о чем я беспокоюсь, что я могу с этой проблемой сделать? Например, да, я беспокоюсь, что я могу с этой проблемой сделать?
Необходимо просто составить список вариантов каких-то. Ну, например, даже вот китайцы говорят, даже если вас проглотили, у вас есть минимум два выхода. Значит, в этом случае мы можем составить список вариантов, как мы выйдем из этой проблемы. И затем мы смотрим, могу я сделать это прямо сейчас? Если да, то опять делаю. Ну, например, вот как мы только что предложили, сделала уборку, или же испекла новый какой-то торт, или прочитала книгу, и беспокойство ушло, мы сосредотачиваемся на более важном. Но и в этом случае может произойти так, что нет, я не могу справиться с этой проблемой. Опять мы должны составить план для того, чтобы подумать, что бы мы могли сделать. Может быть, этот план будет отсроченный. Несколько пунктов плана помогут нам в конечном итоге отпустить беспокойство и сосредоточиться на более важном. Дагы бир суроо келди. Юлия Саламатина мындай суроо берип атат. Добрый день, а помогают дыхательные упражнения? Какие травы или лекарства выпить? Деп сурап атат. Сөзсүз бул дене демалуу көнүгүүлөр сөзсүз жардам берет. Бул абдан жардам берет. Эмне үчүн жардам берет? Биз тынчсызданып атканда биздин денебиз, мулчуңдарыбыз чыңалып атканда сосудтардын баары спазм болуп, анан кийин кан айланышы мындай басаңдап калат. Биздин мээбизге кан аз барып, анан кийин биздин өпкөбүздө жакшы иштебей, а биз өзүбүз ошондой атайлап демибизди мындай дем алып ошондой көнүгүү жасап атканда ошол учурда кислород жакшы кирип денебизге, баардык мүчөлөрүбүзгө барып жакшылап, анан кийин ошол спазм асайып биз кадимкидей эс-алып калабыз. Ну а если говорить о лекарствах и травах, дело в том, что мы психологи, мы не медики. Поэтому мы не имеем морального права рекомендовать какие-то препараты медицинского плана для того, чтобы успокоиться. Единственное, что можно сказать, попейте пустырник и валерьянку. Польза от этого есть, но опять-таки, если все яд, все лекарство. Если мы выпьем литр валерьянки, это яд. А если мы выпьем там 20 капель валерьянки, то это будет лекарство. И, конечно же, на самом деле дыхательные практики, вот мы как психологи утверждаем, что дыхательные практики, они помогают человеку сделать все для того, чтобы снять тревогу и напряжение. Бирюгаларды кайталап-кайталап туруш керек. Дагы бир суроо келди Юрия Саламатинадан. Еще один вопрос. Если появляется тревога ночью, если человек один? Ну, орус сейчас раватат, орус сейчас чоперелик, да? Ну да. Ага. Если он один опять, это дыхательная практика. Значит, что нужно сделать? Нужно просто сесть, закрыть глаза и дышать. Значит, мы делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание и делаем выдох. Легкий, как будто бы мы что-то выдуваем. И причем дыхание должно быть более коротким, а выдох, то есть вдох должен быть более коротким, а выдох должен быть более длинным. И это делать надо не один раз, а сделать, там, допустим, до 10 раз сделать. И тогда мы уже приходим в состояние гармонии. То есть только дыхательные практики. После того, как вот именно сидя надо это сделать, но не подскакивать с кровати, а медленно встать, сесть и выполнить эти упражнения. А после этого можно встать и пойти попить воды, потому что вода тоже приводит в порядок нервную систему. Давали Юлия Саламатина суроватат. Если человек ночью сильно мерзнет, это может быть от стресса или сердца?
Буга мындай деп жооп берет эле. Мен биз сөзсүз биз врач эмеспиз бул жерде. Анан кийин ар кандай диагнозду кое албайбыз. Бул стресспи же жүрөкпү? Сиз өзүңүздү жакшы билесиз, кандай ооруларыңыз бар. Ошон үчүн жүрөгүңүз ооруса, анда эртеси күнү врачка барыш керек. Бирок стресстен дагы жүрөк оорушу мүмкүн. Биринчи жардамдарды өзүңөргө бергенге аракет кылыңыз. Азыр Сания Ахметовна айткандай, дем алып көрүңүз. Андан башка дагы мисалы мен ушундай үшүп баратсам же мындай тынчсызданып атсам, мен кечке жата бербейм. Уйку уктабай кыйналып жата бербейм. Мен барып туруп, чай коюп, ысык чайдан да таттуу бир нерсени салып, варенье, ошону жакшы бир шоколад менен ичип, рахаттанып отуруп, кичине өзүмдү байкап, дем алып, анан кийин ошондой иштерди кылгандан кийин барып жатып алам. Абалым бир кыйла жеңилдеп калат. Тынчтануу да саят, анан кийин денем дагы мындай бир суусундукту алгандан кийин эс алып уйкум келип уктап калам. Сиз да ошондой кылып көрсөңүз болот. Дагы бир суроо келди. Бүбүгүл Бүбөбаева деген айымдан: очень нужная востребованная тема в наше стрессовое время. Спасибо, дейт. Спасибо за реакцию. Биз үчүн кымбат мындай реакция. Рахмат сизге. Ну, есть еще такое вот упражнение, которое называется «Откладывание беспокойства во время неопределенности». Ну, мы с вами уже знаем о том, что беспокойство есть у нас о реальных каких-то проблемах, и есть беспокойство о тех проблемах, которые абсолютно нереальные. То есть беспокойство о реальных проблемах, ну, например, мне надо срочно позвонить подруге, потому что у нее день рождения, чтобы она не забыла о том, что я забыла о ее... То есть она не обиделась на меня, что я забыла о ее дне рождения. А неправильное беспокойство или гипотетическое беспокойство, а вдруг я умру? А вдруг умрут все, кого я знаю? То есть вот это может сводить с ума. И вот что необходимо сделать? Первый шаг, как правило, это подготовка. То есть что мы должны делать? Если нас беспокойство все время мучает, наша задача просто подумать, а когда же мы должны думать о беспокойстве? То есть выбрать время для того, чтобы мы беспокоились. Например, это что может быть? Скорее всего, раз я беспокоюсь, значит, если я выберу какое-то время, то я отсрачиваю это беспокойство. То есть это может быть, допустим, утром. Я утром просыпаюсь и начинаю думать о своем беспокойстве. И я планирую, что каждый день в 7 часов утра я буду думать о своем беспокойстве. А в течение дня я об этом не буду думать. То есть здесь вот у нас есть очень хороший литературный пример, когда Скарлетт О'Хара думала о том, что подумаю об этом завтра. И это у нее получалось. Ну, конечно, это может не у всех получиться, но если мы будем думать о том, что как это так, вот почему я сейчас об этом беспокоюсь? У меня же выделено время для того, чтобы я беспокоилась. Я буду беспокоиться, там, допустим, завтра утром в 7 часов утра. Второй шаг откладывания беспокойства. Значит, мы должны как раз говорить о том, что нам надо беспокоиться о реальных событиях, а не о каком-то там гипотетическом беспокойстве. Я должна сейчас подумать о том, что мне приготовить для того, чтобы моим детям было комфортно покушать ту еду, которую я приготовила, а не о том, что там какие-то глобальные проблемы. И еще третий шаг беспокойства. Опять-таки мы поделили, вот, то есть выделили время для этого беспокойства. И мы всегда откладываем, мы говорим, сейчас это не время. Я сейчас не буду об этом думать. Я думать буду только о тех событиях, которые вот здесь есть здесь и сейчас. То есть мы должны контролировать свое время для того, чтобы у нас не было этого беспокойства. Азыр дагы бир суроо келди. Ая Толокова мындай суроо берип атат: можно ли снять стресс алкоголем? Абдан мындай
қызықтуу суроо болуп атат. Чынын айтканда алкоголь ал денени мындай бошотот. Азыркы прям ошол минутада кээ бир учурда мен деле жакшы көрөм, бир айда бир жолу дачага барып, кичине 50 грамм коньяктан же арактан куюп, жакшы тамак менен ичип койсо болот. Бул сөзсүз мындай бир стрессти кичине басаңдатканга жардам берет. Бирок бул ашыкча болсо, күндө ичсек же көп өлчөмдө ичсек, ал басаңдатат, бирок убактылуу, бирок эртеси күнү кайра ошол тынчтануу күчөп кетиши мүмкүн, андан бетер. Ошон үчүн алкогольду бул жерде мындай чеймин билип, ордун билип ичсе болот. Тем более у алкоголя есть такая, такая вот зависимость. Да, вот сегодня я выпила, допустим, 50 грамм, и моя нервная система пришла в порядок. Завтра, если у меня состояние тревоги очень высокое, мне 50 грамм уже не хватит, мне нужно 100 грамм. Послезавтра мне уже и 100 грамм не хватит, мне нужно 200 грамм. И очень можно быстро скатиться к алкоголизму, если мы таким образом будем заглушать свои стрессы. Поэтому это очень даже неправильный путь. Лучше, если, например, вы живете дома, лучше вымыть окно лишний раз, то есть если в квартире живете. Если вы живете, у вас дом там стоит на земле, лучше пойти и скопать 1 квадратный метр участка, чем заглушать это все с помощью алкоголя. Да, бул жерде өзүм өргө ишенүү болуш керек. Мен ошо алкоголь ичкенде өзүм да контроль көзөмөлдө алабы же көзөмөлдө алганга алым жетпейби, ошону билишибиз керек. Дагы бир суроо келип атат, суроолор көп келип атат. Мындай. Здравствуйте, спасибо за полезную информацию. Что можно порекомендовать для улучшения отношений между детьми и родителями, когда идти в напряжение? Бусурону Белла Капарова берет. Меджо Берейнди? Ну, вообще, давайте вы начните, я продолжу. Ага, все, хорошо. Эки тараптын мындай чыңалуу да болуп турганда, анда мындай бир эреже бар самолетто учканда. Биринчи эне өзүнө масканы кийиш керек, анан кийин балага кийгизиш керек. Бул жерде деле ошондой. Биринчи чоң киши өзүнүн тынчстануусун мындай басаңдатканга, анан кийин өзүнүн туруктуу болгонго мындай алып барыш керек. Андан кийин балдар менен мамилебизди баарлашуубузду улантышыбыз керек. Анткени балдардын психикасынын өзгөчөлүктөрү бар. Бардык мындай негизгиси бул алар дин нервная система алардыкында туруктуу боло элек. Алар мындай тынчстануу менен жалгыз өзү күрөшө албайт. Ошон үчүн биринчи чоң кишилер өзүн ойлош керек, анан кийин балдарга барып аларга жардам бергенге аракет кылыш керек. Балдарды сөзсүз өзүңүздүн тынчстанууну ошондо мындай бир кичине жылдырып коюшуңуз керек. Балдарга мындай бир туруктуу болуп таяныч болгондой болушуңар керек. Сиз сылатасызбы? Ну да. Ну почему у нас не очень хорошие бывают отношения с нашими детьми? Потому что мы у них никогда ничего не спрашиваем. Мы думаем, что вот я взрослый человек, а я живу по принципу «яйца курицу не учат», поэтому я знаю, и за себя знаю, и за тебя знаю. Но это, конечно, неправильная позиция. Для того, чтобы отношения складывались, необходимо с ребенком поговорить. То есть сесть за стол переговоров и поговорить о правилах, которые мы сегодня устанавливаем в своем
своем доме. Ну, для психологического комфорта одному человеку необходимо 18 квадратных метров. А если мы находимся на очень ограниченной территории, то тогда давайте выставим какие-то правила сегодня вот в нашем доме. Допустим, у нас есть правило «стоп-перерыв». Если, например, я себя не очень хорошо чувствую, и гнев подступает ко мне уже в горло, я готова закричать, я молча выхожу из комнаты. Или я считаю до 10. Но если я молча выхожу из комнаты, мои домочадцы могут подумать, что я на них как-то разозлилась. Но если мы установим такое правило, что если я чувствую себя не очень хорошо, и я готова разорваться вот в гневе, то я буду вот так вот делать. Тогда домочадцы будут это понимать, и не будет никаких вот конфликтов. То есть у ребенка надо на самом деле спрашивать, а что бы ты хотел сейчас. Можно даже так сделать, например, для того, чтобы комфорт был в доме. Вот сегодня за порядок в доме и вообще за все отвечает мой ребенок. Он устанавливает режим дня. И вот он, например, говорит, завтра мы, то есть сегодня мы все там, допустим, встаем в 10 часов утра, будем завтракать в 12, будем завтракать пиццей, а не кашей, которую там мама приготовила. То есть если мы вот поменяем, не будем жить согласно стереотипам, а выбьем вот стереотипы, то есть почву из-под ног себе выбьем, то тогда и самочувствие будет гораздо лучше. То есть самое главное, с ребенком надо договариваться, надо разговаривать. Когда мы не разговариваем, а если мы даже разговариваем, мы его не слышим, то мы до него никогда не достучимся. Бир нерсени кошуп кеткин келет, бул жерде биздин эсибизде дайыма бир нерсе болуш керек. Жоопкерчилик баары бир чоң кишилердин моюнунда болот. Анан кийин биз бул жерде өзүбүздүн сүйүүбүздү, өзүбүздүн мындай жакшы мамилебизди дайыма балдарыбызга көрсөтүп турушубуз керек. Мунун баары балдарга колдоо болот. Анан кийин ошондой мындай атмосферада көп мындай түшүнбөстүктөрдүн баарын чечсе болот. Анан кийин абдан мындай аёо мамиле кылыш керек. Балдарды укканга, аларга көңүл бурганга аракет кылыш керек. Потому что самый главный механизм социализации человека, то есть того, что вот он становится человеком, это идентификация. Ребенок смотрит на взрослых и повторяет за взрослыми их стиль поведения. Если родители кричат, почему не надо, ребенок не будет кричать, он точно так же будет кричать. Дагы бир суроо келди Ая Толокова деген айымдан. Добрый день, какие упражнения можете показать, кроме дыхательных? Ну, сейчас я покажу еще одно упражнение, которое очень помогает, когда мы находимся в состоянии, в посттравматическом состоянии. Как мы можем выполнить это упражнение? Например, мы вот таким образом это делаем. Раз, два, три, четыре. И вот таким образом мы прыгаем, 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 прыгаем. И наше состояние приходит в норму, потому что, опять-таки, кровь бежит по нашим этим жилам, венам. И мы очень быстро можем в состояние покоя прийти. И это очень хорошее упражнение. Его врачи рекомендуют, психотерапевты рекомендуют для того, чтобы прийти в норму. Да, бир упражнениянын кошумча айтып коёюн. Кээ бир учурда кээ бир адамдар мындай өзүн жигердүү чыгара албайт, өзүнүн мисалы катуу кыйкыра албайт, жегиле албайт. Кээ бир адамдарда мындай ар кандай ишеничтер бар, мындай сезимдерди көрсөтпөш керек. Анан кийин мындай жолу болгон болсо, анда кат жазса болот. Мында бир кагазды аласыз, таза кагазды, анан кийин ошол кагазга оюңузга кандай сөздөр келсе, таарынчыңызбы же дагы бир капаланган нерсеңизби, тынчсызданган нерсеңизби, ошонун баарын үтүр чекит койбой, мындай сөздү бирин артынан бирин жаза бересиз, толтура. Бир бетине батпаса экинчи бетине, анан кийин ошол бир эле кагазга жасасыз. Жазып бүткөндөн кийин аны эч кимге жөнөтпөйсүз, таарынтып албаңыз жок жерден. Анан кийин ошол кагазды тытып же өрттөп салсаңыз болот.
Ушундай өнүгүлөрдү жасаса болот, да? Узар продолжим, да? Да. Кантип пандемиядан паникага түшүп калбаш керек ошол жөнүндө. Сөзсүз пандемия азыр баарыбызды мындай чочулатып аткан учур. Бул абдан мындай бизде терең экзистенциалдуу, анан кийин өлүм бул коркунуч тыстануу мындай көп тыстанууну жаратат да. Анан кийин бул жерде да мындай өлүмдөн да коркуу сезим туулат экен. Ошо жашоому коркунуч туулушуу мүмкүн бул жерде. Бирок бир кызык нерсе бар, таң калыштуу. Ошол өлүм деген ойлорду биз кабыл алсак, анда коркунучубуз өлүмдөн азайып калат экен. Мен өзүм биринчи балдар хосписинде иштейм. Ал жакта мындай өмүрү чектелген балдарга анан кийин алардын ата-энелерине жардам беребиз. Бул алардын абалы ушундай оор болот, балдары оорушат, аяк бас оорулар менен. Сөзсүз мындай алардын жанында дайыма өлүм жөнүндө ойлор болот. Бирок бир нерсени биз дайыма эсибизде болуш керек экен да, өмүр болгон жерде гана өлүм бар экен. Өлүм менен өмүр бир мындай тыгыз байланышта. Биз ошол сезимдерибизди мындай кабыл алсак өлүм жөнүндө, анда биздин жашообузда болгон нерселерди абдан мындай баалап баасын түшүнгөндөй болот экенбиз. Биз үчүн ошол чектелген убакыт биздин жашообузда болгон жөнөкөй баалуулуктардын баасын да көтөргөндөй болот экен. Биз күн чыкса кубанабыз, кар жааса да кубанабыз. Мындай ар бир кичинекей кубаныч бизге мындай чоң көрүнүп тургандай, жашоонун кымбаттыгын билип, мындай жөнөкөй нерселерге кубанабыз. Таттуу чайга, жакшы тамакка, жакшы мамилеге, бүгүнкү менин баарлашууму, жакындарым менен көрүп аларды, алар бар болгонуна кубанып, жашоонун баасынын башкача кабыл алат экенбиз. Ошон үчүн бул жерде абдан маанилүү мындай ошол ойлорду өзүбүзгө кабыл алып өлүм жөнүндө. Ошол пандемия учурунда башка да коркунучтар болот экен. Мисалы, жашоо текке кетип аткандай көрүнөт экен. Ошондой коркуу болот. Биз бир чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Каяка кантип акча табам мисалы азыркы учурда, же ошол мисалы ошол кантип акча табабыз деген жөнүндө жакында бир вебинар ошол ата-энелер менен өткөзүп атып, биз кызык нерсеге келдик. Үйдө отуруп, мына азыр каражаттын булактары кээ бирлерибизде солгундап калды, эмне кылыш керек? Ошол үйдө отурган аялдар эстеп атышат: мен булочкаларды же сагынды билет элем, ошол булочкаларды мен кошуларым ушундай жакшы көрчү эле, а эмне үчүн ошолорду мен азыр кайра жасасам болбойт? Жасап анан кийин ал жөнүндө элге айтып, мына мен жасап атам, алгыла
десең, сөзсүз алар жагымдуу болсо келип алып кетишет. Же бирөө сүрөт тартканды жакшы көрөт экен, бирөө сайма саят экен, анын да баары мындай башка элдерге кызыктуу болот. Биз өзүбүздүн ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүздү, ар кандай ресурстарыбызды мындай бир кандай ревизия кылып карап көрүшүбүз керек экен да. Дагы кандай коркунучтар болушу мүмкүн. Кээ бир адамдардын биздин жашообузда ошол пандемия сөзсүз мындай бир белгисиздикти алып келип атат да. Андан дагы бизде ар кандай өзүбүздүн ар бир адамдын стресстик психологиялык травмалар болушу мүмкүн. Андан кийин дагы биз жашообузда көп кыйынчылыктарды өткөздүк. Биздин особенно биздин мамлекет мындай революциялар, митингдер болгон, алар да биздин жашообузга таасир эткен. Ушун баары биздин азыркы болгон пандемиядан чочулаганыбызга ого бетер мындай күчөтөт экен да. И ошол учурда бизде паника болуп кетиши мүмкүн. Паника бул мындай күтүлбөгөн жерден болгон абдан чоң коркунуч сезим. Бул бир болгон окуядан, болуп жаткан жагдайдан паниканы мындай болуп жаткан нерсе же биздин оюбуздан деле паника болуп кетиши мүмкүн. Паника болуп тез-тез кээ бир адамдарда тез-тез болуп жатса паника, аны паническое расстройство дейт. Ошол учурда адам мындай өзүн абдан эле жаман сезет паника болуп кеткенде. Мындай денеси калтырап титиреп, кара тер басып, жүрөгү катуу согуп, анан аба жетпей. Бирок билиш керек, мындай абал көпкө узарбайт. Паниканын мындай чектелген убактысы бар. Бир нече секундадан көп болсо 15-20 мүнөткө чейин көп узарбайт паника. Анан кийин паникадан адамдар өлбөйт эч качан. Анан кийин сиз билсеңиз, сиз ушундай паникага түшүп калган ушундай сиздин эмеңиз түшүп калгандай ушундай психикаңыздын өзгөчөлүгү болсо, анда сиз үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Кантип паникага түшүп калбаш керек? Ага биз өйдөгүдө айткандай көнүгүүлөрдү жасаш керек. Дем алуу, релаксация, анан кийин ошол көбүнчө ошол көнүгүүлөр жардам берет. Бизди мындай өзүбүзгө алып келгенге. Анан кийин дагы ошол паникага түшүп калбаш үчүн мисалы биз бир нерсени окусак дагы бир кабарды бизди чочулаткан, анда да биз паника түшүп кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн биз дайыма мындай туура бизге туура маалымат берген булактарды издешибиз керек. Бул биздин колубузда. Анан кийин ошо паника абалга түшүп калган учурлардан дагы мындай сак болушубуз керек. Мисалы мен караңгы жерлерден корксом, анда ал жака фонарик алып барышым керек же бирөөнү ээрчитип барсам болот. Ушундай. Вот здесь вот уместно будет вспомнить притчу одну, если позволите, я зачитаю. Притча о чуме и монахе. В пустыне чахлой и скупой, влача в котомке скудные припасы, монах шел путанной тропой, звеня веригами под рясой.
И у подножия холма на трехдорожном перепутье вдруг повстречалась с ним чума во всей своей ужасной сути. Внушает ее облик страх в дырявом грязном капюшоне с повязкой черной на устах и в желтой костяной короне. Испуг свой инок удержал, и в твердом, непреклонном духе чуму он строго вопрошал, не приближаясь ко старухе. «Бреду я в Иерусалим, Господню Богу, Господню гробу поклониться. А ты скажи, зачем идешь ты в Рим? Что привлекло тебе в столице? Монах, мне Божий жребий дан. Иду я не забавы ради. 200 душ такую дань должна собрать я в вашем граде. Да, будут вопли и гробы, и жар смертельного угара, ведь я посланница судьбы, ведь я чума, я Божья кара. Остановись, не угрожай, удел твой Господу угоден? Да, собрать дозволено мне урожай числом не более 200». На этом разошлись. Монах побрел к пределам Палестины, чума же быстро в попыхах в пыли летела по равнине. Промчался ветер, как во снах. Над вихрями песчаной мути вновь повстречал чуму монах на том же самом перепутье. «Старуха, ты сошла с ума! Во что ты город превратила? Ведь ты, проклятая чума, 7000 человек убила. Остались без людей дома. Что может быть еще ужасней? Опустошила закрома, хиреют пастбища и пашни. Нет, я тебе не соврала», ответила чума монаху. 200 душ я забрала, 7000 умерла от страха. И вот эта притча, наверное, говорит о том, что нам надо быть более трезво относиться к проблемам, в которых мы сейчас оказались. Страх – это не наш спутник. Для того, чтобы уберечься от страха, на самом деле нам нужно привести свою психику в состояние равновесия. Дагы бир суроо келип атат. Айнаш Намазова мындай суроо берип атат. Что делать с коллективным психозом? Это я про случай закрытиями дверей со стороны власти в подъездах. Это, наверное, речь идет о Караколе. Угу. Это мой любимый город, где я выросла. И мы тоже. Да, тоже, да. Это очень прям приятно, что мы выросли в одном с вами городе. Что делать с коллективным психозом? Бізде мындай зеркальный нейрондор бар, ар бир адамда. Біз, мисалы, бирөө коркуп атса, жанында болгон адамдарга жугуштуу болушу мүмкүн. Же бирөө тынчсызданып атса, сөзсүз башкаларга жугуштуу болушу мүмкүн. Бул биздин жаратылышы ушундай. Ушул зеркальный нейрондор болгон үчүн, мисалы, балдарды окутса болот, алар бир нерсеге үйрөнүшөт, ушундай кайталап, көрүп. Бул абдан пайдасы бар нерсе, бирок ошол эле бул жерде, ушундай кооптуу жерлерде, тынчсыздануу же коркунуч нерсе болгон жерлерде, булар бизди кичине мындай адаштырып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз мындай өзүбүздү мындай ошол учурларда өзүбүздү мындай бөлүп башка адамдардан. Анан кийин аларга кошулбаганга аракет кылышыбыз керек. Ага, бул эми тигил адам коркуп атат, а мен кошулуп атамбы же кошулган жокмунбу? А менин сезимим кандай? Мен ошо менен макулмунбу же макул эмесминби? Анан кийин өзүңүздү сезип, өзүңүзгө кошулуп баратсаңыз, анда өзүңүзгө жардам берип, анан кийин мүмкүнчүлүк болсо башка адамга да жардам колдоп аны жардам берсеңиз болот. Ушинтип жооп берсе болот. Дагы бир суроо келди. Айнаш Намазова сурап атат, что делать с повышением аппетита во время стресса? Это часто встречается у людей, деп сурап атат. Биздин бул дагы эмнеден болот? Нарушение пищевого поведения деген ушундай расстройстволор болот. Бул жерде адам өзүнүн сезимдерин жакшы тааныбаса, жакшы түшүнбөсө, анда мисалы
коркуватса, тынчыстанатса, ал ойлойт. Ал деле биздин ичибизде болгон нерсе болот тынчыстануу. Мисалы, кээ бир адамдардык тынчыстануусун да көкүрөгүндө сезет, а кээ бир адамдар курсагында сезет. Анан ойлойт, а мен биякта бир нерсе кыбырабатса, анда мен тамак жегим келип атабы деп барып тамак жешет. Адашуу болот да. Ошон үчүн бул жерде мындай көңүлүңүздү үйрөнүш керек, кантип ажыратыш керек сезимдерди. Бул чын эле мен тамак жегим келип атабы. Биринчи барып суу ичип көрүңүз. Анан кийин өтүп кетсе, анда тамак жебей деле койсоңуз болот. А балким чын эле тамак жегиңиз келип атат, курсагыңыз. Саатты карап көрүңүз, качан тамак жедиңиз эле. Бир саат мурун жесеңиз, анда балким бул тамак жегиңиз келбей эле бир нерсеге тынчыстанып, анан кийин ошондой абалда болуп атасыз. Так. Башка суроо жок экен. Уланта берелекпи? Өзгөчө кырдаал адамдын психологиялык абалына кандай таасир этет? Биз баарыбыз мындай башка адамдарбыз. Ошон үчүн биздин реакцияларыбыз да ар башка болот экен, жекече болот. Жалпысынан алганда көпчүлүк адамдар мындай үйдө азыр карантинде отурулат экен, ошону көтөрө алат экен. Анан кийин бул жерде бир нече факторлор бар. Бул кантип биз жалгыздыкты көтөрө алабыз? Биздин психоэмоционалдык туруктуулугубуз кандай? Анан кийин биз канча социалдык ошо баарлашууга муктажбыз? Ушул абдан мындай орчундуу факторлор экен. Көпчүлүк интроверттер ушундай карантинде отурган кезде мындай сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүк катары кабыл алат. Үйдө мындай шашпай, уктап, эс алып, анан кийин көптөн бери мындай четке коюп койгон, өзүн жакшы көргөн иштер менен алек болуп, бир нерсени жазып, там бирөө саймас айса, бирөө сүрөт тартып, бирөө дагы китеп жазып, мындай жакшы көргөн кинолорун көрүп, ошо менен алек болот экен. Анан кийин адам өзү канча мындай ишине кызыгып, өзүнүн жашоосуна канча кызыктар болсо, ошончо бул карантинди жеңилирээк, анан кийин ушул кырдаалга жакшыраак туруштук бере алат экен. Бирок башка адамдар, экстраверттер, алар болсо алар башкача кабыл алат. Алар үчүн мындай баарлашуу, бирөөлөрүн башка адамдар менен кездешүү, анан кийин конокко барып, дагы кыймылдап абдан маанилүү болчу аларга. Анан кийин мындай көп чектөөлөрдү жумушка барбай калса, иштей албай калса, алар мындай чектөөлөрдү абдан мындай кабыл алышы кыйын болот экен алар үчүн. Бул мындай бир чоң жоготуу болуп жаткандай кабыл алат экен. Чоң жоготуу болгондо анда биринчи кезде алар шок абалына да түшүп калышы мүмкүн. Шок абалында өзүн жоготуп, эмне кыларын билбей, алаңдап, мындай тынчыстануусу абдан күчөп, бир көп нерселерден коркуп, айласы кетип, ишенбей ушундай болот. Андан башка дагы мындай психологиялык коргонуу, адамдын психологиялык коргонуусу бул четке кагуу болот. Жок, азыр ишенбейм, мындай болбойт деп. Анан кийин
коркунучтар күчөйт, коркот. Коркундан кийин ар кандай мындай башка сезимдерди да сезет да, кайгырат, күнөөлүү сезет өзүн, алсыздык сезет өзүн, анан кийин үмүтсүздүү болот. Ушундай болот да. Ушул сезимдердин баарын мындай өзүнүн көңүлү төмөндөйт, тынчсызданат, окуусу бузулат, абети бузулат, даже кыймылынын моторикасы начарлашы мүмкүн и депрессияга түшүп калышы мүмкүн. И отвлекает немножко, да. Ошол абалга түшүп калбаш үчүн ошол абалга түшүп калбаш үчүн сизге сөз берейин. Ну, что же нам вообще предстоит еще? Какие еще есть методики, которые нам помогут прийти в состояние равновесия? Прежде всего, мы должны с состраданием подвергать сомнению свои мысли во время кризисных ситуаций. То есть мы должны посмотреть на то, в какой ситуации мы оказались, кто рядом с нами, что бы мы делали, где бы мы были, когда эта ситуация произошла. Дальше мы обращаем внимание на свои эмоции, телесные ощущения, что вы почувствовали. Все равно самое главное – это наши эмоции. Как наши эмоции влияют на нас? Они могут нас погружать в путину того, что вот все безвозвратно ушло, или наоборот поднимать наше настроение. И поэтому у нас есть такая вот автоматическая модель, которая приходит к нам в голову. То есть мы должны вспоминать мысли, образы, какие-то воспоминания, и затем очень сострадательно относиться к себе. Сострадательно – это как? То есть мы должны убрать негативные мысли, мы должны в большей степени позитивно думать, то есть говорить себе, ну, например, да, я имею право попасть вот в такую ситуацию, в которой я сейчас оказалась, это мое право, но что я хочу в данный момент? Я хочу, чтобы эта ситуация ушла. И я имею право. То есть вот на протяжении всего нашего вебинара мы говорим о том, что я имею право на какие-то чувства. Я имею право на то, чтобы в конце концов встать и уйти, там, допустим, если меня что-то не удовлетворяет за этим семейным столом. Поэтому наша задача все время помнить о том, что мы хозяева своей судьбы. Мы имеем право выполнять те упражнения, которые нам по душе. Мы имеем право, например, написать себе письмо. Мы имеем право дышать. Мы имеем право, там, даже если вдруг захотелось выпить алкоголь, но это мы предупреждаем о том, что это все-таки очень вредная такая процедура. Да. Нам опять... Ага, да, вопросы. Айнаш Намазова деген, спасибо очень большое за ответы. Вы просто суперпрофессионалы. Очень хотелось бы встретиться с вами еще раз. Чонг рахмат сизге. Да, Венера Умуралиева, а можно на русском про аппетит? Да, конечно, про аппетит. На самом деле, когда человек находится в стрессе, у него это нарушается пищевое поведение. А нарушение пищевого поведения нам говорит о том, что да, я все время хочу кушать. На самом деле, я не хочу кушать. И мне необходимо это проверить. Например, я должна выпить воды. Ведь рекомендуется, вот когда утром встал человек, рекомендуется ему выпить стакан теплой воды для того, чтобы разбудить организм. И так в течение дня постоянно пить воду. Ну, например, если мы находимся в состоянии стресса, то каждые 2 часа необходимо
необходимо выпивать по полстакана воды для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И вот здесь, если вдруг я захотела кушать, и я в 600-й раз хочу открыть дверь холодильника, а надо остановиться, пойти выпить воду. Может быть, я на самом деле хотела не кушать, а пить. И когда пройдет несколько минут, и если организм уже не подает сигнала о том, что я хочу кушать, значит, я останавливаюсь, я не кушаю. Я просто выпила воды, и мой организм успокоился. Да, башка пока с роллер джоуки. Уланталы. Ошол өзгөчө кырдал адамдын психологияга алууна кандыр таасир этет деп деген суроолор жөнүндө сүйлөп аттык элек. Эмне дагы жардам берет да? Бул ачык маалымат. Кырдалга адекваттуу түшүндүрмөлөрү себептери, эрежелери жөнүндө адамга суроо берүү жана жооп алуу мүмкүнчүлүгү, маалыматтын ачыктыгы, маалымат туура берүү ушунун баары бизге жардам болот. Адамдардын мындай негизги муктаждыктары бар. Бул турак жай, анан кийин биз тамак аш, кийим кечек, дары дармек, тез медициналык тез жардамга, интернет, байланыш, ошонун баары бизде болуш керек үйдө отурганда. Бул абдан мындай бизди туруктуу кылган маанилүү абдан муктаждыктар. Андан башка дагы бизде колдоочу факторлор бул ар кандай ишенимдүү телефон же онлайн режимдерге кызматка күнү-түнү кирүү. Бул ошол оору менен байланышкан суроолорду бир суроолорго жооп табуу. Мисалы ошол вируска чалдыкканда кандай симптомдор бизде болот. Ошол ар кандай чек-листтер бар, ошолорду карап, билип интернеттен карап алсак болот. Анан кийин азыр мага эмне жагып атат? Биздин мамлекет ар кандай смс-сообщенияларды жөнөтүп атат. Ал жакта ошол мекемелердин телефондору болуп атат ар бир райондордо. Ошонун баарын сиз өзүңүз бир жакка жазып алып, дайыма жаныңызда болуш керек. Сөзсүз ушундай жардам кылсак өзүбүзгө, мунун баары биздин тынчстанбызды азайтат. Мунун баары биздин ушундай таянычтарыбыз болушу мүмкүн. Тынчстануу учурда биз дайыма бир таяныч өзүбүзгө иштешибиз керек. Ошол эле биз айткан көнүгүүлөр, дем алуу техникалар, ошол эле ойлор менен иштөө техникалар, ошол эле информация баары бизге жардам болушу мүмкүн. Анан кийин дагы каржы нерседе каржы мындай маселесине бир аз токтолуп кетейин дедим эле. Сөзсүз ар бир үй бүлөдө бир катып койгон кыйынчылыктарга болуп кала турган кыйынчылыктарга мындай сактап койгон каражатыбыз болушу мүмкүн. Ошол каражаттарды биз план түзүп алып, кантип коротобуз аларды үнөмдүү. Ушунда бул пандемия деле, бул карантин деле көпкө узарбайт, көп болсо балким дагы бир ай болобу же биз билбейбиз азыр канча кандай кырдаал өзгөрөт. Бирок хотя бы ошо бир айга ошону үнөмдөп сактап сарптаганга аракет кылышыбыз керек. Көп адамдар азыр билем үйдө нан бышырып жеп атышат, мен да нан бышырып атам, абдан жакшы болот экен андар. Анан кийин андан башка каражатыңыз жок болсо, иштебей калсаңыз, анда
биздин үйбүлөдө биз ошол иштеп аткан адамды барыбыз мындай ага колдоо көрсөтүп, ага мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, камыз мындай жардам беришибиз керек ошол адамга. Совсем акчаңыз түгөнүп калса, анда эстеш керек. Каяктан сиз ошол каражатты таба аласыз? Сиздин ким, кандай жакындарыңыз бар? Кимге кайрыла аласыз? Кимиси сизге жардам бере алат? Андай адамдарыңыз жок болсо, анда бизде мамлекет бар. Мамлекет аз болсо дагы, бирок ушундай кыйынчылыкка учураган адамдарга жардамын берип атат. Ошол телефондорду да кайсы жерде жардам берет, кайсы мындай социалдык мекемелер берип атат жардамды. Ошонун баарын билип, жазып алып кайрылса болот. Андан башка дагы биздин өлкөдө абдан көп мындай абдан адамкерчилик адамдар, алар фонддор көп жардам берген. Ошол фонддорго кайрылса болот, фонддор жардамын берип атат. Мисалы, биздин биринчи балдардын хосписи ушундай жумушту алып барып атат. Биз жалгыз биздин үй-бүлөлөргө эмес, башка үй-бүлөлөргө дагы жардамды, жарамыбызды берип жатабыз. Элдерден акча каражат чогултуп. Андан башка дагы ыктыярчылар бар. Алар дагы ошол жардамдарды өздөрү жыйнап, мындай ар кандай тизмелерди, кары картан кишилердин тизмелерин, начар жашаган кошуналарын тизмелерин түзүп алып жардам берип атышат. Биздин өлкөдө кырдаал чынында эле өтө оор, бирок үмүтсүз эмес. Это в материальном плане, да? А если, например, мы говорим про психологическую составляющую, то мы должны понимать, если у нас чувства очень интенсивные, они нарушают наш сон и покой, то, скорее всего, нам уже нужна помощь специалиста. И опять-таки есть информация и на WhatsApp, и в Инстаграме есть информация о том, что какие специалисты, психологи, психотерапевты могут дать определенную консультацию. Ну и, конечно же, для того, чтобы наша жизнь была более устойчивой вот в дни карантина, самое главное, что мы должны делать? Прежде всего, мы должны установить распорядок дня. Если мы встаем в одно и то же время, ложимся в одно и то же время, то тогда наш этот динамический стереотип не нарушается, наша психика находится в состоянии равновесия. Дальше необходимо поддерживать умственную и физическую активность. Очень важно еще и практику благодарности, как я уже говорила, практику благодарности внедрять. И можно даже, например, какую-то вазу благодарности дома поставить. Каждый из домочадцев может написать какую-то благодарность, положить это в эту вазу, а затем уже вечером посмотреть, кто за что был благодарен. Это очень хорошая такая практика. Ну и, конечно же, замечайте те триггеры или вот пусковые механизмы, которые вам мешают. Ну, например, если вы с утра до вечера сидите в новостях, конечно, вы будете находиться постоянно в состоянии тревоги. Поэтому нужно ограничить время новостей, допустим, время пребывания в Инстаграме или в этом, на WhatsApp тоже нужно ограничить. Ну и, конечно же, очень важно опираться на достоверные источники, на те новости, которые исходят из достоверных источников. Ни в коем случае мы не должны опираться на те новости, которые, как говорят сейчас, являются фейковыми новостями, потому что они очень сильно выбивают почву из-под ног. Ну и, конечно, надо это, что еще мы можем пожелать нашим этим слушателям? Еще вопросы, да? Тут несколько вопросов. Венера Умуралиева, АИМ Мандайдеп Сураватат. А можно методы, которые вы описали, использовать в СМИ и публиковать в местных СМИ регионах? Ну, конечно. Конечно, да, угу. Честь есть, Болот.
Дагы бир суроо берип атат Венера Муралеева. А можно на русском про финансы и как не думать о деньгах в этот период? Угу. Ну вообще, конечно, с финансами сейчас, если вообще в кошельке пусто, то трудно, конечно. Но дело в том, что вот практика показывает, что когда мы получаем финансовые какие-то дивиденды, то необходимо эти финансовые дивиденды делить. Ну, например, на самые необходимые. Допустим, часть, одна конвертная часть у нас, там все деньги, где они на продукты идут, часть в конверте на то, чтобы... Ну, для того, чтобы заплатить коммунальные услуги, да. Но если сейчас этого нет, то про финансы, как мы можем сейчас сказать? Да, есть фонды, которые помогают сейчас. Значит, наша задача не сидеть и не молчать, а наша задача узнать о том, какие фонды оказывают помощь, и попросить помощи. Помощь просить – это абсолютно не, это не стыдно. Поэтому есть много организаций, которые могут вам помочь в этом. Ну а на будущее, конечно, необходимо вот свой бюджет планировать таким образом, чтобы деньги оставались на всякие эти вот нужды, чтобы мы не зависели дальше от других каких-то организаций, чтобы у нас была возможность в любую минуту взять и за что-то там расплатиться. Но это такая ситуация. Финансовую грамотность надо изучать. Поэтому мы вас призываем, пока вы находитесь в коронавирусе, зайдите, найдите какие-то онлайн-курсы и изучите эту информацию. Да, Айнаш Намазова Сураватат, почему во время карантина и общего психоза не показывать передачи с психологами по национальному республиканскому каналу телевидения, потому что не все сельские жители могут подключаться через интернет. И дагы бир суроо келди. Как объяснить человеку, что у него депрессия, а не болезнь, когда он не понимает и не видит себя со стороны? На русском, пожалуйста. Ну, депрессия – это, между прочим, уже заболевание. И если человек находится в состоянии депрессии, то ему уже необходима помощь специалиста. Здесь и медикаментозное лечение должно подключаться. Потому что когда человек находится в состоянии стресса, из этого состояния можно достаточно быстро выйти. А депрессия – это уже достаточно серьезное такое состояние человека, и необходимо обратиться к специалисту. Башка суроолор жок экен. Заканчиваем, да, уже? Да. Биздин вакыт. Эми биздин жолугушубуз аягына чыгып келип атат. Жолугушуунун аягында бир мындай деп айткым келип жатат. Биз баарыбыз өзүбүзгө, жакындарыбызга өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезиш керек. Анан кийин этика, адеп, ахлак жөнүндө ошол сапаттардын баары алдыңкы орунга чыгат экен. Ошол жөнүндө дайыма эсибизде болуш экен. Анан кийин дагы бир Виктор Франклдын сөзү мени эсиме келип атат. Ал болсо психотерапевт, көп убакыт ушул концлагерде отурган, ошол жерде китеп жазган, анан кийин мындай жыйынтык чыгарган. Кыйын учурда адамды сүйүү сактайт деп. Ушундай мага абдан жагат ушул сөз. Бизди баарыбызды сүйүү сактайт. Өзүбүзгө, жакындарыбызга, балдарыбызга, биздин элибизге, мекенибизге, жаратылышка, абага, сууга, баарына, баардык ушун баары бизге кымбат. Эми бул Про.
Бул туз эфирди Европа биримдиги тарабынан каржыланган ачык коомчулук, ачык медиа борборунан алкагында өткөрүлдү. Баарыңарга рахмат. Жакшы калыңыздар. Сания. Спасибо большое за то, что вы приняли активное участие в нашем эфире. Всего вам доброго.